Ребята, привет всем! Я иду, Данечка уложила спать, иду в магазин. Нужно купить картошки, буду сегодня варить суп рыбный. Мусорку по дороге выкину. Что-то сегодня Данек спать так хорошо спал, поэтому еле уложила сейчас его спать. Он, видимо, выспался и потом долго уже не спал, капризничал, вроде спать хочет, вроде как и не хочет, непонятно. Но ничего, он лег, повозился немножко и уснул. На улице вроде солнечно, но прохладно так вообще. Ладно, руки нужны сейчас, а то не открою двери. На самом деле, такой ветер, на улице такое чувство, что весна, а не осень наступает. Потому что солнце светит, и вот такой ветерок прохладный, как будто вот только-только разогревает. И вот прям такой весенний, настроение, такой подъем. Может быть, днем с Данечком выйду еще, если успею погулять, потому что сейчас вообще шикарно, не жарко, не холодно, классно. Накупила Данюшек пюрешек, кашу молочную уже, потому что 6 месяцев начинаю, нужно уже кушать молочную. Мы сейчас пока без молочной едим. И уже мясо, говядину я взяла. У нас тоже 6 месяцев, нам уже меньше, чем через неделю, будет 6 месяцев как раз. И там всякие, еще сок взяла грушевый, еще какой-то там сок взяла. В общем, сейчас приду, все покажу. Немножко взяла разнообразие. Будем разнообразие. Будет у Дани теперь разнообразный рацион. Не только кабачок. И все остальное мяско будем водить. В общем, будет вкусняшки кушать. Итак, я уже дома. Сейчас покажу, что купила, еще не распаковывала. Буду вместе с вами сейчас распаковывать и показывать, что взяла. Я взяла помидоры. Они такие зеленоватые. Я их сейчас положу на окно. Мы сейчас кладем на окно, они дозревают и становятся вкусными, потому что продают очень часто зеленые помидоры. Яблочко взяла Данюшке. Буду пробовать давать. Без ниблера так просто, ну, может, будет сосать, не знаю, если понравится. Вот взяла яблоко. Он яблочное пюре ест. В принципе, это для него продукт не новый. Взяла вот такую говядину. Она идет 6 месяцев. Тема была у нас. У нас не было других фирм. Я, в принципе, не придерживаюсь там каких-то фирм определенных. Главное, чтобы состав был хороший. Здесь в составе ничего плохого нету. Мясо цыплят, говядина, крупа рисовая, масло подсолнечное, вода. Все это он ест у меня. Рисовую кашу уже ест, ест. Все, все нормально. Взяла кабачок. Это Данькина любимая. Я не могла его не взять. Взяла тыкву. Так, что еще тут взяла? Еще кабачок один. Он у нас самый ходовой. Взяла морковка. Морковку. Гербер. Гербер, конечно, если была другая, я бы взяла другая. Мне кажется, гербер не основана дорого. 67 рублей стоит баночка. Вот эти гораздо дешевле стоят. Но мясо, да, мясо может стоить дороже. А вот, ну, морковка, я не знаю, я взяла сейчас морковки, она мне вышла не очень дорого. Какие-то там 14 рублей, что ли. Так, это молоко взяла. Вот такой вот сок, груша. С 4 месяцев можно. Буду выливать. Здесь нету сахара в составе, кстати. Буду выливать в этот, как его, в бутылочку давать, пробовать. Такую грушу мы тоже кушаем, поэтому я не боюсь, что какая-то будет реакция. Это уже продукт мы вели. Ну, кстати, вот морковка. Это на суп я взяла морковку. Потом взяла вот такое. Тоже с 6 месяцев. Фрутоняня. Яблоко, груша, банан, персик с йогуртом. Яблоко пробовали, грушу пробовали, банан пробовали, персик нет. И йогурт не пробовали. Не знаю, посмотрим, попробуем, как пойдет, не пойдет. Думаю, что все будет хорошо. Так. Это картошка, тоже на суп. А, еще вот взяла мяско, два мяска взяла. Такое же тема говядина. И взяла кашу. То, что я говорила, это каша молочная, но написано с 5 месяцев. Мы с 4 месяцев едим без молочной каши. В основном молочные советуют с 6 месяцев. Но Хайнц вот пишет, что можно с 5. Потом фрутоняня видела там кашу и
какая-то еще была. А, и на столе была каша. Вот что могу сказать по поводу тех каш. Здесь идет чисто овсяная, там они мультизлаковые. Я не рискнула взять пока молочную мультизлаковую. Я возьму сначала вот один, да, здесь злак. Овес будет и плюс молоко. Потом, если вот эта каша нам нормально пройдет, кстати, здесь тоже с персиком, то буду брать уже мультизлаковую. В этих кашах содержится уже сахар, что, конечно, я не хотела, но во всех кашках есть, к сожалению, сахар. А в остальном состав здесь, в принципе, очень даже хороший. Вот я смотрю на соки, на пюре фруктовые, чтобы не было сахара. Вот здесь вот сахара нету. Вот здесь тоже не было, нету сахара, по-моему. Пюре из бананов, йогурта, без добавления сахара. Вот это тоже сахара нету. В кашах идет уже сахарочек. Ну, надеюсь, там не очень большое количество. Будем пробовать, все равно сахар в жизни будет когда-то начинать есть. Ребята, всем привет! Сегодня у нас остужение. Когда ты везешь? Накрывайся, подпажись. Все. не хочу. Носок потерял один уже. Тю-тю, он хороший, 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 хороший. Серьезно, такую камеру видел. Сборы на прогулку у нас под мультики любимые. Помощники твои. Данюшек, твои помощники. Ты здесь, как всегда? Да, комары вообще. Адские. Звери. Лучик, ты как всегда. Лучик включил эту штуку. Здесь у нас музыка, мелодия. Лучик еще эту штуку включил. Луч. Сейчас оденемся и выдвигаемся. Там 20 градусов одет, кто как. Кто в трусах, как всегда, кто в куртке осенней. Ничего не понятно, короче говоря. Что-нибудь придумаем, да? Ребята, мы на прогулке. Данюша отрубился сразу, вышел, потребовал молочка и говорит, я спать пока, родители. И мы пришли, вот где мы давно не гуляли, для разнообразия. Здесь, в этом... в другом райончике прогуляться. Здесь такая же ситуация с лавками, их нет, со спинками, присесть негде нормально, в принципе. Такие скамейки опять везде. Ну и вот, как всегда, заезды на тротуары мы забыли сделать. Кое-где есть, кое-где нету, и ходим тут кругами, пока ищем, куда приземлиться. Либо шумно во дворе, либо лавки не заняты, либо там на качелях катаются. Ну, пока гуляем, короче говоря. Аня модничает. Угу. Вот так. Николай, либо они. Лучка, друзья. Новые. Дай понюхать, они. Все. Дай Асик понюхать. Все, тут все? Нет, все. Лучка, новые друзья нашлись. Так, мы едем дальше. И здесь так сделано, да, районами, перекрестками по квадрату все.
Там есть что-то. Мы сейчас можем вот такой круг еще сделать туда. Ой, там футбол вообще. А, футбол слышно. Ребята, а мы зашли с другой стороны школы. Обычно мы с той стороны, с противоположной. Но здесь, насколько я знаю, где-то дорожку протоптали, да, вот там за... Да, сбоку. Сбоку ходить в Пятерочку, в Магнит. Народ бегает отсюда, потому что здесь они, получается, как отрезаны от реальности. Ну, особых сетевых магазинов нет, банкоматов нет. Здесь ничего нет. Ну, и в школу нашу будут ходить дети. В школу будут. Она не наша, она общая. И еще такой... Наш застройщик строит. А у нас не один застройщик у нас. Ладно, а еще мы поняли, что сейчас вечером очень-очень холодно. И они, наверное... И Диму тоже. И в теплой толстовке, я знал, да, что будет холодно. И еще, смотрите, прибил капюшончик. А, комарики кусают. Комарики здесь рядом с лесом. Комары просто, мне кажется, эту толстовку прокусывают. Комар над головой у тебя. Все, Данюша спит. Мы потихонечку выдвигаемся домой. Еще зайдем в магазин. Да, будем делать сегодня вок. Надо купить курицу. Ну, что вот поехали. Летает? Пристал к нам. Пристал, учи. Мы вернулись с улицы и вместе... Вдвоем по-быстрому приготовили вкусное блюдо, которое мы очень уже любим, да? И очень да, голодный, я смотрю по глазам. Смотрите, какое получилось блюдо. Это наш любимый вок. Мы опять взяли, как ее, индейку. Ну, потому что курица еще там не очень выбор был. Еще поджарили кунжутик. Угу. Вкусняшка. Кунжут, овощи, все очень-очень вкусно. Будем уже кушать, потому что слюни текут, нереально кушать хочется. Всем приятного аппетита. Приятного. Ребят, мы поели, искупали Даню. Теперь хочется самим поспать. Очень. Очень-очень-очень. Поэтому мы будем с вами прощаться. А прежде всего хотелось бы поблагодарить вас, что постоянно с нами. Спасибо вам большое. Да, большое-большое, вот такое вот большое, спасибо. Это я когда не говорю, когда он чихает, говорю, вот расти вот таким вот большим. Ребята, подписывайтесь на наш канал, продолжайте это делать, пишите комментарии, поставьте нам лайк. И не забудьте посмотреть следующий видосик, когда вы выйдет. В 10 часов утра по московскому времени. Ребята, с вами были Аня и Дима Сугробы. Всем позитива, пока-пока. Пока-пока, ребята.